Друзья, всем большой привет! С вами Дмитрий Некс. И сегодня мое юбилейное видео, потому что сегодня 11 августа 2016 года. Это мой день рождения. Мне сегодня исполняется 30 лет. Буквально через где-то 3 часа мне уже стукнет тридцатник. И поэтому я решил записать это видео. Главным образом моей целью в этом видео является то, чтобы сказать вам большое спасибо за ваши поздравления. Меня сегодня поздравляли из России, из Украины, из Америки. Все друзья мне звонили, писали. Это так приятно. Вот это самое, наверное, трогательное и приятное в жизни, то, что есть люди, которым ты дорог, которые тебя помнят, которые тебя ждут. Это вот самое приятное. Спасибо вам большое, что у меня есть. Я просто благодарен жизни за каждую минуту, когда мы с вами общаемся. Это вот самое лучшее, самое светлое, прекрасное. Спасибо вам большое за ваше поздравление. Будем вместе дальше жить, дружить, работать и покорять всю эту жизнь. В общем, слова опять закончились. Все ваши пожелания и все ваши поздравления — это как бальзам на душу. Самое главное, что хотел сказать: приходите праздновать мой день рождения в измерении Z. Ребята, мы хотели устраивать это мероприятие 12 августа, буквально завтра, но, к сожалению, прогноз погоды нам говорит о том, что завтра ожидаются дожди, очень такие серьезные, и на неделю. Поэтому мы вынуждены переносить мероприятие на какую-то другую дату. Пока что я не знаю, какая это будет дата, но в ближайшее время я сообщу обязательно. И все будет окей, все будет отлично. Мы обязательно соберемся, обязательно отпразднуем. Поэтому следите за обновлениями информации в нашей группе и приходите. Вход абсолютно бесплатный, кстати. Вот, но, конечно, приветствуется какой-нибудь донейшн, если у вас есть возможность, вы можете поддержать нашу деятельность, потому что организация любого мероприятия, конечно же, связана с какими-то расходами. Но самое главное — это то, чтобы вы пришли, самое главное. Это вот самый большой подарок, самый лучший, самый приятный для меня — это то, что вы посетите это мероприятие. Поэтому приходите, приезжайте, прилетайте к нам в измерение Z. И будем вместе. Спасибо за то, что смотрите. Всего доброго. Увидимся скоро. Пока-пока.